Гости Анапы едва не сгорели в автобусе, возвращаясь с курорта. Инцидент произошел сегодня, 22 августа. В моторном отсеке автобуса случилось небольшое возгорание. Машина задымилась. Водитель быстро эвакуировал всех пассажиров и залил огонь пеной из огнетушителя. На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы и оказали помощь водителю. Пассажирам помощь не понадобилась. Пострадавших при происшествии нет.